Выходим на финишную прямую. На очереди лоти номер 41 и 42 из 44. После этого видео останется еще два. Одно на один блок и одно на оставшиеся полтора. Последние шансы для того, чтобы найти недостающие хиты. Надеюсь, что они в большей или меньшей степени будут найдены. Последние пакеты открываю. Вот последние три штуки. И можно начинать. Первая карточка в этом блоке. На Ильи Купов. Хорошее начало. Нефтехимик, Нижнекамск. Джерси один цвет. Далее КХЛ без границ. Бренд Сопел. Это Металлург Новокузнецк. Новичок. Якуб Крейчик. Лев Прага. Следующая карта. Ключевые игроки. Петр Коукал. Нефтехимик. Далее. Новичок. Андрей Миронов. Динамо Москва. Автограф. Сибирь-Новосибирск. Вячеслав Солодухин. Вратарь Югры Михаил Бирюков. Далее отличная карта матча звезд. Золотая. Металлург Новокузнецк. Дмитрий Кагарлицкий. Два цвета. Очень ничего. Ключевые игроки на очереди. Золотая версия. Никита Никитин. Авангард Омск. Следующая карта вратарей. Там Ласила, Борис Астана. Джерси. Динамо Москва. Атрибуты игры. Никлас Бэкстрем. С почти полной буквой М. С рекламой мегафона. Новичок из Амура. Игорь Жиганов. Следующая карта. Матч звезд. Серебряная версия. Это у нас Илья Никулин, Акбарс. Отличная джерси. Четыре цвета. Кусок эмблемы матча звезд. Далее. КХЛ без границ. Пекарина. Динамо Минск. Ключевые игроки. Дмитрий Обухов. Акбарс. Серебряная версия. Еще одна джерси матча звезд. Также серебро. Игорь Скороходов, Югра. Два цвета. Еще одна карточка вратарей. Якуб Штепанок. У нас ЦСКА. Ой, извиняюсь, это Лев Прага.
Евгений Кузнецов, трактор. Ключевые игроки. Серебряная версия. Далее идет автограф игрока Локомотива Михаила Пашнина. Новичок. Нефтехимик на Илье Купов. Второй Якупов уже в блоке. Андрей Василевский. Салават Юлаев. Вратарь. Следующая карта КХЛ без границ. ЦСКА. Ника Мянпя. Далее идет карта финальной серии. Отлично. Карта. Денис Масалев. Буква В. С окончания фамилии. Да, в финальной серии динамовской очень много у нас было. Поздравляю участника. КХЛ без границ. Спартак. Бранко Радивоевич. И последняя карта. Это автограф. Автограф игрока Акбарса Ильи Никулина. Отличный блок, я считаю. Для отдельных команд. Правда, отличный, но я думаю, остальные участники порадуются за своих коллег. Ну, надеюсь, что следующий блок будет не хуже. Не хуже для других участников. Только за то, чтобы побольше хитов самых разных команд. Начинаем последние 4 пакетика. И переходим к самому интересному. Надеюсь, в этом блоке будет много интересного. Первая карта, сразу же золотая версия матча звезд. Это игрок ЦСКА Ростислав Станя. Далее новичок из автомобилиста Эдуард Гиматов. Вратарь Акбарса Константин Барулин. КХЛ без границ Кевин Далман. СКА Санкт-Петербург. Ключевые игроки Александр Лазушин. Металлург Новокузнецк. Вратарь Югры Эдгар Смосальскис. Новичок Артем Караваев из Сибири. Еще один ключевой игрок Александр Рязанцев, Северсталь. Автограф тренера. Это тренер Спартака Андрей Сидоренко. Под серией атрибуты игры ЦСКА, как мы все видим. Павел Дацюк. Одноцветная джерси. Следующая карточка. Новичок Динамо Александр Шерченков. Далее. КХЛ без границ Ярик Арилахти. Динамо Минск. Автограф. Металлург Магнитогорск Сергей Бернацкий.
Далее КХЛ «Без границ» Филипп Новак, «Динамо Москва». Матч звезд, серебряная версия. Александр Рязанцев, «Северсталь». Очень неплохой кусок. Что-то на нем. Какие-то нитки. Не знаю. Вадим Тарасов. Вратарь Салават Юлаев. Джерси. Атрибуты игры. С Дэна Хара. Лев. Прага. Отличный трехцветный кусок. Очень хорошая карта. Ключевой игрок Патрик Торресен. СКА. Серебряная версия. Еще один новичок. Нет, это тот же. Не еще один. Это Артгиматов. Вторая карта в блоке, по-моему. Автограф игрока Северстали. Это Игорь Беляев. А, Игорь Емелеев. Извиняюсь, плохо видно. Без света. Отличная джерси. Он же немец. Лев. Прага. Кусок эмблемы. Очень удачный блок для Льва. Илья Ежов. СКА Санкт-Петербург. Вратарь. КХЛ «Без границ» Майкл Гарнет, «Трактор». И последние две карточки. Первая из них автограф Александр Рыбаков. «Атлант». И ключевой игрок Владимир Тарасенко, СКА. Такие вот два блока осталось у нас совсем немного. Ну и продолжим буквально через несколько минут.